Rusiyanın hərbi rəhbərliyi Ukrayna müharibəsində ordunun itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə gizlədir. Bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rus hərbçisinin yeni dinləmələrinə istinadla məlumat yayıb. Uşaqlar öldü, sizə deyəcəm. 25.900 ölü var. Bu, iki ay ərzində təkcə sıravi əsgərlər deyil, yüksək rütbəli məmurlar da ölüb deyə ələ keçirilən dinləmədə deyilir. Что ты говоришь, кому прилетело? Комбригу, командующий бригады. Ну. Прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили, он уже со всеми прощался. Утащили его до вертушки мы. Увезли в Россию, короче, его на вертушке, а там сердце уже не выдержало. Нифига себе, понятно. Пизда вообще, вообще пиздос жесткий. Пацанов поебашь, вообще нихуя. Я уже Я сегодня смотрел, короче, ты вот мне сказал, что там, что да, но уже больше на 1000, чем в Чечне. Ну, официальные, типа, официально. Ну, это официально, я тебе скажу, 25 900 погибших. Это, блядь, за 2 месяца.